получается, надо... Ай-яй-яй. Девять! Все! Матвея! Нет, 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 аккуратно, пожалуйста. Да. А, пусть, ну, достали. Так, внимание сюда. Мальчики выиграли. Мальчики выиграли баскетбол. Девочки, надо их доказать. Девочки. Надо. Надо. Да. Надо. Сейчас мы их накажем. А когда мы сейчас. Сейчас скакалка. Сейчас скакалка. О, да. Посмотрим, пацаны, как вы уверены. Да. Ладно, ладно. Вот сейчас. Ноль. Счет будет ноль. Вот мой. Сейчас разберем шалочку чуть-чуть. Выдерстаем шалочку. Эй, куда? Вчера больше не делать. Ломаешься все. А, за ней держаться нельзя, но плохо держится с кем-то лучше. Нет. Нет. Жасмин. Жасмин. Я кто? И Габриэль. Да нет, просто. Я тоже хочу. Значит, вы просто прыгаете 30. Девочки, хорошо сюда. Девочки, все, да? Все, поехали. Мальчики, там прыгайте пошире, кстати. Девочки, тоже пошире. 30-100. Ну не делай так быстро. Себе чуть больше, хорошо? Еще минуту. Разогрейся, потому что сейчас мальчика любят. 4 мальчика прыгают, одна девочка. Тебе как раз нужно, чтоб 4 четверти прошло. Да, все, доброе. Так, кто у нас остается? Я. Так, я. Так, ну, один, три, две. Так, хорошо. Это у нас... Карета. Карета, да, очень карета, а я должен сверху. Я без телефона хожу, а ты с телефоном. Вы предупреждаете на тренировке родителей, что вы на тренировке, чтобы они не беспокоили. Это... Так, сейчас. Сейчас. Девочки ушли со скакалками. Семь. Так, мальчики. Сейчас посмотрим, как вы прыгаете. Не знаю. Вот сюда. Да. О, вот сюда, вот сюда. Вот сюда. Артем, вот сюда. Габриэл, вот лицом ко мне. Вадим сюда. Вадим сюда. Вадим сюда. Лицом ко мне. И Карсланов. Сядьте здесь. Я засекаю время.
считайте, сколько они прыгают. Сколько он прыгает. Сколько он прыгает. Здесь кто-то оно посчитает. Я пусть девочка посчитает. А то все, тренер тебе прибавит там. Сто раз. Кто его посчитает? Я. Хорошо. Тебя будут считать Беатрича. Я. А кто его посчитает? Я. Значит, посчитает Аделина. Но Аделина я могу запомнить, потому что у меня внучка Аделина. Вчера она гимнастикой занималась, занимается. И как раз. Может даже ты. Аделин, я тебя прошу, присядь туда, пожалуйста. Слух считаете? Он. И я сейчас. Так, я засекаю, девочки, засекаю 3-10 секунд. Вы считаете вслух, затем мы его. Сколько они прыгнули. Складываем. Выходит 2-3, и за одну минуту делаем больше, чем они четверых. Выходит Олеся и делает больше, чем они четверых. Выходит Николеса и делает больше. Просто Белина делает больше. Правильно они посчитают, правильно. Девочки всегда считают неправильно. Ой, правильно. Приготовились, приготовьте. Внимание, пацаны. Осталось 5 секунд. 3 секунды. Стоп. 28. У него сколько? 28. 54. 74 и 8. 82. 82. Сколько у него? 45. Сколько? 45. 82 и 45. 82. 102. 120. 127. А у него? 36. 127 и 30. 157 и 163. Так, ушли. Положили его сюда, положили. Так, выходит Беатриче. Выходит. Да, вы. И выходит Олеся. 170. Ты тоже будешь делать? Хорошо. Так. Иди сюда, моя дорогая. Что ли, иди сюда? Вот я же сделал. Нет, сейчас Мина, ты пойдешь со второй. Присядь, я там тебе там. Вики, да, мы с вами там. Интересно, не упасть. Значит, ты считаешь? Николету, а Жасмина значит, девочки, 170, у вас не 30 секунд, у вас минута. О, пиздец. Готовы? Да, но нет. И нет. Хочу. Слушай. Дышать, выдох, не забывай.
Еще 40 секунд. Девочки отдыхают и вешайте на душе.
Вот, видите, вот так. Сто с чем-то. Я мягкий. Да, эти можно тоже. Беатрича, ты уже здесь? Получше? Да. Все, тебе так. Так, вот сейчас я буду бить Беатриче. Что? Побью Беатриче. Сейчас, скакалку дай мне, я ее буду бить. Побью ее. Сюда. Сюда, пожалуйста. Все, садимся. Беатриче, иди сюда. Беатриче. Да, Беатриче. Девочке не надо бить. Как это не надо? Надо? А, надо. Надо? А за что я ее хочу побить? Кто думает? За что? За что? За что я ее хочу? За что я ее хочу? Когда не была? Нет. За что болеет? Я хочу за сегодняшнее побить. За что болеет? Она не сделала себе. Как думаете? Потому что она не сказала, что его. Ты. Иди сюда. Посмотрите сюда внимательно. Вы болели. Вот тренер правильно понимает. Вы болели. Вы пришли. Вы должны подойти к тренеру и сказать. Тренер не может все помнить, он все знает. Вдруг ты просто пропустил. Значит, ты приходишь и говоришь, вот я там, тренер, я болел, у меня была температура. Все, я уже тогда запоминаю. И тебе дают меньше нагрузку. Тебе смотрю, вот такой чаще. Так как ты не была, я помню, что ты не была. Я не знаю, что, не знал, что ты болел. То есть, если ты болела, я тебе все-таки где-то поменьше дал. То есть, а вдруг, сейчас же видите, как болезнь распространяется. Быстро. Вот. Поэтому обязательно предупреждайте не после тренировки, а до. Подожди, сказать, Сань Дорич, вот я не была тогда, потому что я приболел, была температура, плохо чувствовала. Все, и я уже тогда на грузочку даю меньше. Хорошо? Так, ну вот и я. А, Жасмина, ты красавица. Пацаны, вас Жасмина порвала как грех. Я хочу проводить, я проводить девочек не говорю, потому что а Жасмина вас порвала. Я в шоке. Так, значит, слушайте внимательно меня. Мальчики, раз вы проиграли, то вам приз. Вам приз. Да, иди сюда. Иди сюда. Я тебе перейду в старшую группу, попрошу, чтобы тебя все убили. Он сказал плохое слово. Не играй роли, ты скажи ему, так делать нельзя. Подойди в сторону и все. Нельзя бить. Хорошо? Ну просто я не... Нет, вот посмотри. Вот если бы ты плохое слово сказал, он тебя ударит. Вот это нормально. А когда ты бьешь маленького, ну зачем? Ну я... Не надо объяснить, даже никак не надо. Хорошо? Габриэл, да, потихонечку старайся получить слова и не говорить. А сейчас девочки возьмут скакалки и будете бить мальчика. Скакалки! Нет, мальчики, я вас прошу, да. Мальчики, поставьте все мячи, пожалуйста. Нет, 6 мячей туда мешок и 6 мячей сюда. Мальчики, пожалуйста, вы вдвоем, Вадим, возьми еще. Поставьте мячи. Вон мешок есть. Ух ты, мальчик. А девочки, обратно. Ты забираешь его? Я? Хорошо. Да, конечно. Вон еще мяч какой-то. Нельзя вытащить мяч. Эти надо убрать. Что? Что? Что?